Все мы понимаем, что огонь не прощает промедления. Даже секундное замешательство грозит бедой, особенно если речь о соцучреждениях. В больницах, например, спасение пациентов зависит от грамотной и слаженной работы персонала. Проверить их навыки, а заодно устроить тренировку спасателям, решили в Усть-Илимске. Полигоном для учений стала городская больница. Яркие кадры оставим без комментариев. РТП 95. По прием. Палате номер 7 обнаружили.